Добрый день, дорогие друзья. Сегодня хотел снимать такой короткий обзор. Мы получили вот такие сейфы. Вот это большой. Ну, тут можно хранить все, что удобно. Есть и кодами работает. Еще есть, тут у нас один есть, и можно открывать печатью пальца. Вот смотрите, сейчас палец поставлю. Даже он забил. Вот. Открывается вот такой сейф. Тут у них есть и вот такой подсветка. Когда открываешь, он сам автоматически включается, чтобы внутри был светло. Еще есть вот такой прибор. Ну, тут собираются батарейки, если не дай бог. Тут у нас не будет электричества. Ну, тут вот здесь есть место, тайный режим. Вот. Сейчас включу. А тут. Вот она. Вот, включили, и можно дать питанию и открыть сейф. Тут тоже есть некоторые варианты. У них есть запасной вот такой прибор для батареи. Еще и тут маленькие дверь. Тут тоже можно всякое хранить. Бумажный. Даже можно и ружье, пистолет хранить. Очень, очень толстые стены. И крепкие. Сейчас закрою. И все, не открывается. Вот сейчас палец. Не читал. Все. Ну, откройся. Все. И можно открывать без пальца. Набираем. Код, ну это. Все. И открывается так. А тут уже только набираем коды. И он сам откроется. Это. Это маленький вариант. Вот. Тут тоже можно ставить деньги, всякое можно ставить. Тут еще есть тоже вот такой сейф. Тут можно и ключом открыть, если питания нету. И с кодом тоже набираем. Ну, тут код можно менять, по-своему ставить. Вот такой торт, тоже это торт из стены. Еще вот такой прибор для питания, запасной, крепление входит. Ну, тут еще забыл сказать, но у всех дверей в сейфах есть вот такой кнопочка. Ну, нажимаем здесь и меняем код, пароль, и вставляем кому какой код нужно. А тут уже батарея идет для питания кода. Можно и ставить без кода, снимаете батарейку и все. И вот таким способом закрывается. Ну, это вот, здесь тоже тайные места есть. Это, по-моему, надо ставить ключ. Без ключа не открывается. Попробую, если не помню, то это должно открывать. Нет. Это уже. Нет, смотрите, не открывается. Тут нужен уже ключ. Это очень серьезный сейф, поэтому не открывается. Вот это тоже такой, вот такой ключ. Он без этого не откроется. Смотрите, если я. Это тоже тайный. Тут для открывания сейфа, если питания нету, набираем код. Вот, открывается, но так не откроется.
Надо переворачивать ключи. Вот. Открылся сейф наш. Вот. Подсветка сработала. Та же функция. Ну, вот. Это ключ сейчас поменяем. Тут разные ключи. Вставляем. Ну, этот без кода тоже не откроется. Вот так. Надо собирать номер, код. Все. И открываем дверь. Тут тоже есть отдельное место для документов. Ну, довольно широкий тут. И подсветка. У этих сейф есть сигнализация. Если 3 или 4 раза неправильно набрать код, он автоматически включается сирену. Сейчас попробуем тревожить. Если давайте неправильно набрать код, посмотрим, что получится. Это 2. Вот, включился сирена. Давайте сейчас открою. Все, если откроете, сирена отключается. Это и вот эти 3 сигнализации. Если неправильно набрать номер, он автоматически включается сирену. Давайте сейчас будем активировать вот эту сейф, но это не активировали. Сейчас покажу, как надо включить код. Вставляем ключ. Откроем место батареи. Все, активация пошла. Сейчас посмотрим, что тут написано. Ну, тут сейчас будем добавить дату, время. Код напишу. Тут. Нажимаем эту кнопку, чтобы обновлялся. Все. Старый, что внутри был. Он сам обнулился. 1, 2, 3, 4. Ну это все. Сейчас закрою и вот, не открывается. Набираем код. Все, открывался. Сейчас и включу дату, время. Сейчас сегодня 23 числа. 12-й год. Все. Число, месяц. И давайте сейчас еще раз попробую. Код нажимаем. Не откроется. Сейчас открою тайник. Все, ребята. Кому понравился видео, ставьте лайк. Подпишитесь на мой канал. Адрес магазина будет внизу. Ну, это в Армении находится. Я адрес магазина напишу внизу. Всем спасибо за просмотр. Пока. Удачи. Доброго охоты и рыбалки вам.